Только сегодня по всей России около 200 тысяч семей ждут завершения строительства своих квартир, являясь обманутыми дольщиками. В их числе 50 проблемных домов в Саратове и 4 тысячи семей, которые по-прежнему находятся в зоне риска. И это несмотря на то, что проблемы обманутых дольщиков уже давно носят федеральный характер. А в Саратовской области дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства спикера Госдумы, нашего земляка Вячеслава Володина. К тому же с 1 июля 2019 года у застройщиков началась новая жизнь по новым правилам, а именно финансирование строительства с помощью эскроу-счетов, которое практически сводит к нулю появление новых обманутых дольщиков. Первооткрывателем строительства по новым правилам стала компания «Кронверк». Десятиэтажный дом на Ламповой 2, возведенный по эскроу-счетам всего за 8 месяцев, яркое тому подтверждение. В Саратове очень много обманутых дольщиков, и, соответственно, люди стали более ответственно относиться к покупке квартиры. Приходя к нам на сделку, многие интересовались, что это такое. Когда мы людям объясняли, что деньги застройщик увидит только лишь после того, когда ваш дом будет сдан, сомнения у человека, естественно, отпадали. Так как он понимал, что если вдруг дом не сдастся, все денежные средства вернутся ему обратно на счет. Поэтому вопросов у людей как бы не возникало в дальнейшем, и, соответственно, все с удовольствием шли на сделку. И уже со спокойной душой ждали, когда сдастся их квартира. Для Мироновой Татьяны это уже третья квартира от Кронверка. Жилье приобрела для сына. Приходя сюда, каждый раз находит все новые преимущества. К примеру, индивидуальный газовый котел в каждой квартире. Удобное расположение дома по соседству с детским садом и школой. Но главное, конечно, безопасность сделки при покупке жилья. Учитывая, что сколько в Саратове обманутых дольщиков, это громадное преимущество для тех, кто приобретает квартиру. Заключился предварительный договор с застройщиком. Вот. И после того, как он прошел регистрацию предварительного договора в Росреестре, я оплатила в течение 3 дней в Сбербанке совершенно без проблем. Поэтому все очень просто, но зато надежно. Для тех, кто, наверное, сомневается, кто первый раз приобретает жилье, конечно, это спокойствие, что гарантированно безопасной сделки. Одноподъездная десятиэтажка на 72 квартиры с индивидуальным отоплением в каждой огороженной территории и детской площадкой была возведена по новым правилам чуть больше, чем за полгода. За это время покупатели успели разобрать около 60 квартир, воспользовавшись новым законодательством и перечислив деньги на эскроу-счета. Что такое счета эскроу? Счет эскроу открывается в банке. И клиент перечисляет деньги не напрямую застройщику, а кладет их сначала в банк. Застройщик получает деньги только после того, как дом сдается. Для клиента это, естественно, плюс, потому что все его сбережения застрахованы, защищены. И если вдруг застройщик недобросовестен, то деньги клиенту возвращаются обратно. Напомним, что десятиэтажный дом на Ламповой от Кронверк – это не просто первый дом в Саратове, построенный по новым правилам, но и пример того, что на рынке саратовской недвижимости работают устойчивые компании. И несмотря на то, что для застройщиков правила заметно ужесточились, крупные сильные компании с ними справляются.